На участке дороги Нефтекамск-Никола-Березовка за железнодорожным переездом уже месяц продолжается строительство поста весового контроля. Обустройством занимается нефтекамское предприятие «Благоустройство-1». Работа замедляется из-за того, что каждый этап готовой работы ждет проверки столичного управления дорожного хозяйства. На данный момент ожидается ревизия установленных плит. По словам директора УАО «Благоустройство-1», весовой контроль будет готов в середине июля. На территории Краснокамского района такой объект уже второй. На первом километре автодороги Нефтекамск-Никола-Березовка ведутся работы по установке пункта весового контроля. На данном участке будут выявляться нарушения, связанные с перевозкой крупногабаритных грузов, которые превышают массу и нагрузку на ось, указанных в специальных документах. Работа будет вестись по отдельному графику.